Спасибо. Yeah.
Вот здесь за упокой души здесь же ставят свечку. Да. Я за упокой души бабули Катя поставила свечку. Катерина, упокой души Катерина Евгеньевна Валиева, моя бабушка моя, которая вырастила, воспитала меня. Вот, упокой душу, чтобы ей сладко там спалось. Вот. Все? Ну, снимай, что ты. Человек совершенно особых духовных дарований. Он излучал любовь и всегда говорил о том, что любовь выше всяких канонов, а что человек в последние времена будет спасаться любовью, добротой и смирением. Его дом или домой. И вот пойдет на свалку, крутят эти иконы, реставрируют их, и они превращались. Прямо это чудо Божье, эти иконы. Это же правда чудо Божье, эти иконы. Он целыми днями ходил, искал эти иконы. Соседи тоже приносили. Потом он все чистил своими руками.
популярный общественный рейтинг Руси. По опросам, патриарху имени Второму доверяет 94% Руси. Да. Одаренный разрешенный талант, святейший патриарх, что я известен как художник, и как скульптор, и как архитектор, и как композитор. Но главное, он сумел стать духовным.
Да. Голуби все получилось, голуби. А вот только тебя снимает. Да, на голубей. Давай, ты будешь поднимать меня.